Свои навыки в оказании помощи людям спасатели области показали сегодня на соревнованиях. Когда во время автоаварии люди не могут выбраться из автомобиля, их здоровье часто зависит от слаженной работы тех, кто придет на помощь. Соревнования спасателей проходили по сценарию, будто легковушка попала в аварию, пострадали водители и пассажиры, только выбраться из авто сами не смогли. В таких ситуациях на помощь приходят спасатели. Сотрудники МЧС должны разобрать автомобиль по частям, снять крышу, открыть двери, чтобы спасти пострадавших. На соревнованиях спасатели делали все, как в реальных условиях. Перед участниками стояла задача выполнить задание быстро, не допустить ошибок. На конкурс съехались спасатели из 11 пожарных частей области, но лучшими оказались кировчане. Данный опыт будет очень полезен для использования в служебной деятельности, так как у нас дорожно-транспортных происшествий в районе происходит не так много, но последствия от них, конечно, происходят очень печально, то есть гибели людей, травмированы люди.